Добрый день, друзья! У нас в гостях снова хорошо вам известный Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке, эксперт в области вооружений, геополитики. Леонид Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели! Да. Леонид Григорьевич, такое ощущение, что вся российская верхушка ждет только одного – как пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки. И прямо сейчас можно не рыпаться. Ни мобилизацию не проводят, с другой стороны, не проводится каких-то дипломатических переговоров. Переговоры единственные проводятся по теме поставок газа. Вот газ – это то, что обсуждается. Обсуждение мира не ведется. Ужесточение, интенсификация военных действий. Новая мобилизация тоже не ведется. Вот и не туда, и не сюда. Все в ожидании, как там Харрис или Трамп, чем их схватка политическая завершится. В это же самое время, то есть с одной стороны мы что-то ждем, с другой стороны, как мы можем этого ждать, если прямо в эти дни наносятся удары террористического характера по Запорожской атомной электростанции, по Курской атомной электростанции, по расхожему мнению вообще Украина ввела войска, чтобы у нее козырь появился, окружить, захватить Курскую атомную электростанцию. То есть у нас на подходе атомная катастрофа. Глава Росатома Лихачев в открытую прямым текстом это говорит, что если бы у нас в Курской атомной электростанции что-то произошло, это было бы как десятки Чернобылей по опасности, по разрушающему воздействию. Вы в том числе эксперт по атомной проблематике, по ядерной проблематике. Опишите, как вы видите всю эту ситуацию. Ой, ну, такой ты букет вопросов поднял, серьезных, важных, жизненно важных для России. Вот что даже не соображу, с чего начинать. Но первое ожидание, что где-то там в Америке кто-то придет в качестве нашего спасителя. Но четко даже в российском там, МИДе, в России, вообще во внешнеполитическом истеблишменте нашем, вот, нет ясности, кто для нас лучше. Ну, Путин заявлял, и вот недавно упрек от Трампа даже получил, что Путин говорит, что Харрис, то есть демократы для нас даже выгоднее, лучше и так далее. Да, и прочее. Вот. И, значит, ну, кто-то у нас есть такое проамериканское лобби, скажем, да, и в том числе в Академии, Российской Академии Наук, там целое такое вот племя, которые говорят, что Трамп придет и все изменится, надо потерпеть. Ну, я думаю, не правы и те, и другие. Каждый американец, а тем более Трамп, если победит, то он будет проводить жестко такую, можно даже условно назвать, национальную политику в интересах США. Вот, в интересах США. Вот. Ну и придут демократы, то же самое. Сказать, что они вот будут думать, как помочь России, этого нет и не будет. И вообще, вот для меня важным показателем является вот голосование в Организации Объединенных Наций по отношению к России, по любому вопросу. И вот, кстати, где-то уже месяца два, наверное, назад было голосование вот на Генеральной Ассамблее ООН по как раз вот атомным делам. Украина подала там, значит, свое предложение там о наказании там России по как раз вот Запорожской атомной станции. Вот поведению причем в отношении... они постоянно наносят удары. Да, да. А виновата Россия, потому что подвергла станцию опасности. Ну да, ну вот там голосование из 193 стран, значит, 193 страны-члена ООН, только 8, включая Россию саму, проголосовала как бы в поддержку Российской Федерации. Вот, вот оно соотношение сил. Вот. Так что,
сказать, что и причем какие страны? Ну, Беларусь, понятно, а Венесуэла, а дальше Вануапа, Вануапу, да, Эритрею, ну, которые трудно найти на карте государства. Вот ну, то есть по ключевым вопросам да. Антироссийский такой консенсус сложился. А вот здесь антироссийский ли консенсус, или же Россия антиООНовский проводит, значит, вот этот, да, вот этот проводит, нарушая вот то, что сегодня, да, там с ней... какими-то ущербными решениями, недостатками, но у нас сегодня вот единственная основа поддержания нормальных отношений и поддержания международного мира – это устав Организации Объединенных Наций. Да, много раздают и в комментариях вот твоим роликам, значит, там пишут, что ООН надо там разогнать и так далее. Есть железный принцип, вот мы его военные там с училища изучали, что нельзя разрушать устоявшиеся там организационные структуры, не создав им хотя бы равноценную замену. Да, вот этот принцип железный, это Клаузевиц еще... значит, вот это как бы определил, и все придерживаются. Сначала создай замену, а потом уже разрушай прежние. Такой замены сегодня нет. И если вот ООН там сегодня распустить, вообще ситуация международного, мирового вот этого хаоса будет, да. А здесь хоть как-то там прикрывая и так далее, регулируют. И вот причина... вот такого отношения к России, о чем мы, офицеры, 28 января 22 года предупреждали, вот, что вот не смогут поддержать вот эту спецоперацию, ну, тогда еще спецоперация, термин, значит, не был введен даже, не может, потому что нарушаются... основные принципы вот, устава Организации Объединенных Наций. Вот. То, над чем работали, особенно вот в феврале 1945 года в Крыму, вот, в Ялте, три выдающихся государственных деятелей. Причем действовали Рузвельт и Сталин, действовали совместно против Черчилля. Это величайшее вот событие, которое произошло. Мир был запущен, другой совершенно мир. Да. И полному Совет Безопасности. Черчилль, ну, как он реагировал на этой конференции? Что все народы будут равны? Объявлялось, все народы равны, равноправны. Как. Он говорит, что и индусы, что ли, будут равны со мной? Вот, вот этот российский подход, преодолели его, колонизацию запретили, по сути дела, и главное, создали инструментарий для поддержания мира. И вот Россия сегодня, вот, а Россия, вот то, что здесь прописано, это, по сути дела, российская позиция. Да, где-то компромиссы и так далее, и Сталин за нее дрался, а бы... основные вот принципы и дух устава вот, развалили, разрушили. Да. Вот здесь определено, в каких случаях могут применяться вооруженные силы, в каких случаях действия там, вооруженных сил национальных без согласия Совета Безопасности и согласования с военно-штабным комитетом могут применяться. И вот мы, ну, собственно говоря, вот это все разрушаем. Вот в чем проблема. Не могут поддержать вот, акты агрессии. И как бы мы там ни обзывали СВО и так далее, вот определяется, что есть агрессия. И как должны все остальные члены ООН действовать для... предупреждение актов агрессии и прекращения. Прекращение. Да. Вот что случается, да.
Никогда такого не было. И вот опять. Эльвира Сахибзадовна поднимает процентную ставку. Эксперты спорят, сколько это будет еще продолжаться. Мы увидим 20, может быть, 23% ключевой ставки, что душит российскую экономику. И возникает вопрос, как сберегать и приумножать свои накопления, особенно если ты простой человек, и тебе нужно накопить на машину, на квартиру, на дачный участок, на учебу ребенку или на черный день, чтобы деньги твои не обесценивались, учитывая все, что в России происходит. Выход есть! Вам поможет инвестиционная платформа BizMall, которая позволяет инвестировать в займы на исполнение госконтрактов с доходностью до 38% годовых и нулевой дефолтностью. Да, вы не ослышались, нулевая дефолтность. Платформа выступает поручителем по договору, и в случае каких-то проблем она сама вернет ваши средства. Прямо сейчас на платформе вы можете проинвестировать в займ на исполнение государственного контракта, на поставку робототехнических наборов для детских технопарков. Доходность по этому займу 31% годовых, а минимальная инвестиция, как всегда, от 10 тысяч рублей. В этом конкретном случае можно инвестировать только до 22 сентября, поэтому лучше поторопиться. Дальше все просто. Государство, как и любой бизнес, особенно такой крупный, постоянно ищет подрядчиков через тендеры. Победители получают финансирование на BizMall, на исполнение госконтрактов. Государство сейчас и крупнейший покупатель товаров и услуг, и самый надежный плательщик. В итоге доходность значительно выше, чем на банковском депозите, а надежность обеспечена по договору, в отличие от многих других инвестиционных инструментов. BizMall работает под надзором Банка России, а каждого заемщика проверяют по сотни строгих параметров. В итоге только 5% заявок получают одобрение и размещаются на платформе BizMall. Прямо сейчас регистрируйтесь по QR-коду на экране или по ссылке под роликом, сохраняйте и приумножайте свои инвестиции. Леонид Григорьевич, а вот за эти все нарушения принципов ООН какая-то ответственность предусмотрена или что? Сейчас я даже возьму и прочту. Вот. Шестая статья. Сейчас я прочту, да. Статья 6 Устава Организации Объединенных Наций. Член организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Причем вот здесь принцип консенсуса, да, может быть исключен, систематически нарушающий. Да. Вот. И вот здесь, ну, кто-то даже вот и там работники МИДовского уровня вот заявляют, у нас никогда это не пройдет, потому что у нас есть право вето. Вот надо внимательно читать устав. А в нем говорится, что, ну, по принципиальным там вопросам право вето. А вот по процедурным вопросам, а вот если Совет Безопасности будет рассматривать вопрос о вынесении, это не процедурный вопрос, о вынесении вопроса об исключении Российской Федерации или любого другого государства, значит, вот вынесение этого вопроса на Генеральную Ассамблею, то там не требуется, не работает, значит, принцип вот этого консенсуса, права вето, не работает в таком случае. Это просто там из 15 членов должны проголосовать не менее 9 членов, ну, 9 членов за этот вопрос. Вот исходя из нынешней ситуации, там, что 9 голосов набрать из 15 сегодня вполне возможно. Это раз. Второе тут положение есть, что сторона вот конфликта, ну, вот кого рассматривают, он не имеет права участвовать в голосовании. То есть рассматривает вопрос о вынесении, вот процедурный вопрос, о вынесении, значит, вопросов в повестку дня, о внесении в повестку дня Генеральной Ассамблеи, нам не позволяют голосовать. Не, да, мы не голосуем. А набирается 9 членов сегодня, это вполне вероятно, и нас вполне могут исключить. А дальше уже, ну, принцип изгоя,
То есть мы в большинстве международных мероприятий вообще участвовать не можем. А дальше что может там приниматься? Вот особенно сейчас для меня, ну, у меня вызывает большое опасение вот эта риторика, развернувшаяся в отношении применения ядерного оружия. Если только такое случится, вероятность того, что нас исключат вообще из членов, не только из Совета Безопасности, постоянных членов, вот, а вообще исключат из Организации Объединенных Наций со всеми тяжелейшими вытекающими последствиями. Вот что сегодня гласит. Так, а что? давайте вот на этом остановимся. Исключение России из ООН, оно чем грозит? А ну чем грозит? Ну, с нами прерывают, во-первых, дипломатические отношения большинство членов ООН. Какая там резолюция будет? Просто исключить или следующим шагом будет, что Россия, поскольку Россия является там, ну, важной угрозой международному миру, то тогда Совет Безопасности принимает решение, а если рекомендации ООН, значит, ну, как бы не для всех там обязательны, вот, что принять, не принять, исполнить так или так, то решения Совета Безопасности, они обязательны. И вот примут, например, решение, что Россия представляет там серьезную угрозу международному миру, нарушает этот мир, то в отношении России принять меры, чтобы тем более, если она не член, вот, тем более, значит, принять меры по предупреждению актов агрессии, агрессивного поведения, значит, со стороны России. А для этого Совет Безопасности может принять решение поставить, и такие прецеденты были в истории, там, ну, в отношении там, других стран, тот же Ирак, например, да, вот, поставить под международный контроль ее ядерные силы в первую очередь, вот, поставить под контроль, ну и какие-то другие, вплоть до того, вот, что ввести внешнее управление над Россией для контроля над ее вот, там, поведением и так далее. То есть это изгой, это развал России однозначный будет тогда. Так что, а вот я, значит, процитирую, да. Вот заявляет на официальном уровне, и сегодня появляется много лоббистов ядерных ударов. Ну вот Мария Захарова, значит, Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов, значит, и действий в связи с СВО. Вот. То же самое заявляет министр, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко. То же самое, что надо вот изменить доктрину и так далее. Ну, а уже вот даже мой коллега, Евгений, генерал-лейтенант в отставке, Евгений Бужинский, когда-то в одном управлении мы там работали, тоже осторожно, но как бы подвигает, что нужно тоже вот порог применения ядерного оружия для России понизить. Вот сегодня у нас в нашей военной доктрине и в нашей стратегии безопасности понижен порог применения. Если раньше в Советском Союзе и в первой там в начальной стадии Российской Федерации мы придерживались принципа, что мы будем применять ракетно-ядерное оружие только в случае, значит, нападения на нас, как ответно. Ну, у нас принцип был ответно-встречный удар. Да. Ну, как раз сейчас у нас произошло вторжение в Курскую область. Опять же, прощупывают там ДРГшки всякие и Белгородскую, и Брянскую область, и кто-то там собирается высаживаться в Крым.
А кроме того, наносятся периодические удары по объектам стратегического ядерных сил, по аэродрому под Энгельсом, где расположены стратегическая авиация, бомбардировщики. Это как раз же разве не является основаниями для применения ядерного оружия уже сейчас? Нет, сейчас у нас действует вот принцип, что мы можем применить ядерное оружие, ну, имеется в виду тактическое, как бы там не прописано, да, по противнику, действия которого угрожают, по вооруженному противнику, угрожают основам нашей государственности. То есть вот напали на нас, да, значит, и вот эти действия угрожают существованию Российской Федерации как государства. Вот в этом случае может быть применено. Но, Украина на чем стоит? Что она ответные меры. Кто вообще инициировал вот этот несанкционированный Советом Безопасности вот этот шаг по СВО? Да. В нарушении 52-й статьи, да, 51-й статьи Устава Организации Объединенных Наций о праве наций на индивидуальную и коллективную оборону. И вот те подавляющее большинство стран, чтобы там Лавров, там прочие там не вещали, но мы инициировали вот этот акт агрессии против Украины. И все, что делают сегодня, значит, вот западные страны, и не только, оказывая помощь, поддержку Украине, они руководствуются вот этой статьей. Для подавляющей части стран мира Россия совершила акт агрессии, вот они подают так, а они действуют в полном соответствии с уставом. Потому что здесь, значит, рассматривается вопрос таким образом, что все члены ООН обязаны помогать и поддерживать, значит, жертву агрессии. Вот так и СМИ, значит, вот это несут по всему миру. Поддержать и помочь, значит, вот жертве агрессии и установлению нарушенного, а не только России, ведь международного мира. А то, что там кто-то что-то там сказал там и так далее. То есть вот мы... Нас подводят к тому, что мы систематически нарушаем вот принципы Устава Организации Объединенных Наций. А среди принципов здесь вот могу зачитывать, да, что вооруженные силы стран-членов ООН, значит, могут применяться только для поддержания международного мира и предотвращения актов агрессии. Вот. Ну и так далее тут. Леонид Григорьевич. Все конфликтные вопросы члены ООН должны решать прежде всего путем переговоров. Да. Ну, вот. Видите как, он же ж ничего не может сделать по поводу, например, обстрелов Донецка, которые велись с 2014 года. Он же по этому поводу ничего не делал, а если что-то и высказывал, ну или вот, например, то, что сейчас происходит, пусть там Россия, да, сектор Газа, Израиль асфальтоукладочным катком проезжается по сектору Газа, там тотальная зачистка территории. Но он выступает против, требует остановиться. Ничего не происходит. Нет, Павел. Израиль тоже сейчас вы исключат из ООН? Нетаньяху объявили там международный розыск. Да. Но вот здесь есть, значит, еще такие положения в уставе ООН. Да, что ООН
при всей этой решительности и действиях Совета Безопасности и так далее, не вмешиваются во внутриполитические вопросы. Внутриполитические вопросы. Вот. И вот сегодня, ну, главная проблема Израиля, что, значит, Совет Безопасности в отношении Израиля не принимал вот этих решений, там, значит, резолюции, по-моему, 6 резолюций, а это рекомендации Генеральной Ассамблеи, голосовали там, значит, за вывод там войск, ну, решение 48-го года возвращали, что 2 государства на этой территории, да, но... Резолюции Совета Безопасности, решения Совета Безопасности нет, потому что западные страны, а их там большинство среди постоянных членов, вот, они, значит, не голосуют, они ветируют такие решения. Вот. А есть рекомендации, ну и каждая страна там рассматривает по-своему. И плюс нужно учесть, что арабский мир вообще-то, и плюс даже Иран, далеко не все стоят на... позиции, что поддерживать палестинцев. Да, там сложные процессы, у тебя бывают специалисты, поэтому, но очень сложный процесс. Не все арабские страны, я говорю, поддерживают палестинцев. Тот же Иран. Вот Иран, Иран, Иран почему-то не начинает действовать и так далее. Надо понимать тоже, иранцы шииты, а палестинцы – сунниты. А у них вот, в исламском мире вот такие противоречия есть, да, и так далее. Вот, так что вот на нас смотрят сегодня, да, это мы считаем, что наше право и как бы наш внутри постсоветский конфликт Украина и Россия. Но мы же признали Украину, признали этот режим. И посмотри, 100% что... 100% сплошные, да, дипломатические провалы, жесты доброй воли. Ну, посмотри, вот я же следил за этим минским процессом. Что говорил в Минске Лавров? А при чем здесь мы? Россия не признала эти ДНР, ЛНР. Вот до вот этого 22 года. До февраля, не признала и говорит, это внутреннее ваше дело, внутреннее дело. Мы не поставили ни разу вопрос в Совете Безопасности ООН, даже в ОБСЕ не ставили вопрос о геноциде. Есть 2 мощных конвенции международных, там, значит, о противодействии геноциду и, по-моему, о предупреждении геноцида, где члены ООН обязываются в случае там геноцида принимать меры для его там предотвращения и так далее. Мы ни разу не поставили в ООН даже вопрос вот о геноциде. Хотя бы создали вот это, что мы признаем эти 2 страны. Да, это первое. Не ставили вопрос о геноциде там Донбасса, Луганска. Во-вторых, мы не признали результаты референдума. Значит, мы работали на стороне вот этой там бендеровских и прочих сил. Работали. Не признали. Вот. А проще было. Почему это было не сделать в том же там 14 или даже 15 году? Вот прошел там 11 мая референдум. Признать его. И вот все средства массовой информации должны работать, как и по Крыму. Тем более ДНР и ЛНР проводили референдум, учитывая ошибки крымского референдума. Крыму тоже получилось. Вот я говорю, МИД наш, ну, как-то беспечно относился. Потому что, вот опять же, в уставе Организации Объединенных Наций четко прописан вот 2 принципа несовместимых. Принцип территориальной целостности и принцип права нации на самоопределение. И вот подчеркнуто, и плюс там конвенции есть о порядке реализации, конвенции международные, значит, может, я ошибусь там в названии, о порядке реализации права нации на самоопределение, как это должно быть.
И этот принцип, он превалирует, он является приоритетным по отношению к принципу территориальной целостности. И вот нужно было следовать. Вот в Крыму, значит, тут же тоже такой разнобой. Верховный совет Крыма принял, значит, решение о автономной, по-моему, там независимости Республики Крым, еще когда, будучи в составе, о независимости. А на референдум вынесли вопрос не о независимости, а о вхождении Крыма в состав России. И вот это разночтение, оно вот давало как раз повод не признавать, потому что он должен был сначала объявить независимость, самоопределение – это независимость. А потом уже мог вторым референдумом, и я вот на этом Академия наших геополитических проблем настаивали, вот сначала вот соблюдите вот эту точку, да. А здесь получился разнотык, да. Вот. И следуя примеру Крыма, Донбасс и Луганск – это чисто русские регионы, к ним относились там, ну, запрет русского языка и так далее. Вот. И они вот учли, и они не о вхождении в состав России ставили вопрос, а о независимости. Очень правильно поставили. Проголосовали, Россия не признает их. Ну, почему тут будем говорить, потому что там за, по-моему, 3 или 4 дня наш президент, российский президент, не наш, да, он заявил о том, что не нужно, вот надо перенести на более поздний этот период там проведения референдума. Ну, они не согласились, у них все запущено, они проголосовали. И мы их не признали вот до 22-го года. Не признавали их. Почему? И все отпихивали. Это ваша территория, вы, украинцы, там сами между собой разбираетесь. Да. Лавров это официально подчеркивал на Минской этой группе и так далее. И мы их, по сути дела, предали. Предали, да, помощь нам оказывали добровольцами, там, другим способом, но нужно было признавать, и сегодня признали, завтра подписываем соглашение, там, по обороне, ну, все самые разные соглашения, подписываем, в том числе рассматриваем, там, или договариваемся, обсуждаем там 2 часа, где-то и принимаем решение о размещении группировки российских войск на территории независимых вот этих государств. И все. И были бы мы там законно. А так нас там нет, ну... Вот. То есть вот эти вот глупости, они, значит, ну, очень-очень вредят. Вот. Потому что у нас по... Значит, нашей Конституции и другим нашим нормативным актам руководит внешней политикой президент и никто больше, да. Леонид Григорьевич, а вот вы можете попытаться объяснить, предположить, что движет президентом Лавровым, Захаровой, если они вот... Это что, исключительно все в вопросе коммерческих интересов лежит? Ну, торгуем, перекачиваем там газ, торгуем углем, торгуем зерном, а вот эти вот там право народа на самоопределение, какие-то другие моменты, ну, стерпится, слюбится. Знаешь, Маргарет Митчелл в 36-м году написала замечательную работу, книгу «Унесенные ветром». Ну, у нас на русском языке, значит, поставлен этот, переведен, точнее, американский фильм поставлен, да, «Унесенные ветром». И вот там главный герой этой книги, он разъясняет там своей любимой женщине, что наиболее
а вот быстро и сильно обогащаются люди, не все, безусловно, в двух случаях. Когда создается новое государство и когда формирует, когда разрушается старое государство. Так вот этот принцип, он работает, потому что, ну вот Ельцин там, ну 2400 тонн золота вот досталось, 2000 там, более, около 2,5 там, 6 тысяч тонн серебра и так далее, вот обогатились. И вот сегодня вот я подозреваю, что вот разрушение Российской Федерации является не только умыслом там западных наших партнеров, американцев и так далее, а скорее всего так называемой, вот отвечает интересам, так называемой национальной элиты. Одни обогатились, разрушая Советский Союз, вот, а другие обогатятся также, значит, ну вот, разрушая Российскую Федерацию. И я уже говорил в одном, в двух уже роликах говорил, что вот по всем расчетам, ну когда Путин заявляет, все идет по плану, все идет, значит, по этому. И вот по графику. И вот начинаешь разбираться. У нас в Академии геополитических проблем проводились исследования и презентацию делали, что вот этот график заканчивается к 2029 году. И поэтому вот все, что, значит, происходит в сфере обороны, вот все делается, ну иначе я объяснить не могу. Вот именно планомерно, чтобы Россия рухнула. И тогда кому-то все богатства достанутся, а у нас появится там 20, может быть, 22 очень независимых государства, типа там Тыва, и еще там Башкортостан, Татарстан и так далее. Вот. И все идет по этому плану график. Вот это нужно учитывать. Ну и второе, что параллельно вот идут, мы видим, наблюдаем процессы. Ну вот та же борьба, мы с тобой уже этот ролик записывали по этой теме. Вот генералы разворовали там армию, сажают. Ну это сейчас самая популярная тема, конечно. Да, ну а кто на их место идет? Да, посмотреть-то. И для чего это делается? И в составе правительства также. Вот. У тебя Смельниченко, по-моему, Василий Александрович был тоже. Он показывает, что отнимают землю у крестьян, у народа, значит. Да. И идут, посмотрим, кто там, значит, он называет фамилии. И очевидно, кто идет там вице-премьер за сельскохозяйственную и продовольственную программу, чей сын. Кто пришел на место этого сына в качестве министра, ну уж, по крайней мере, не державшая корову за сиськи, да, женщин. То есть вот идет вот это сегодня перераспределение, что ли, вот этих имущественных объектов, инфраструктурных, имущественных и так далее. Ну, говорят, там кто-то даже, это национализация, наконец-то, начинается, возвращение народу. Да нет, это передача из одних рук в другие. Да, кто-то выдавливается и так далее. Вот это нужно понять нам. И, то есть, вот я не случайно вот прочитал из «Унесённые ветром», значит, вот процитировал там, да, вот кто-то на этом наживается. Сегодня вот тоже есть экспертные данные, кто и как наживается вот на этой СВО, да. И промелькнула цифра, я даже не помню где, что вот за два года вот этих военных действий заработали 36 миллиардов долларов. То есть появляется, да, это бизнес. Причем бизнес там идет, ну, с украинской стороны говорят, даже вот на органах этих, человеческих органах там, а значит, убивают
значит, в ходе этих штурмовых атак убивают и тут же, значит, оперируют, вынимают там органы и прочее. Бизнес на всем идет. Вот здесь. И с одной, и с другой стороны. У кого больше-меньше, кто тут пытается заработать, это не знаю, не могу сказать. Но это все идет, продвигается. Вот. И вот, возвращаясь к ядерной тематике, вот, это тоже чей-то бизнес. Но вот особенно неистствует сейчас, ну вот я называл там Рябков, значит, там Захарова, это официальный уровень, продвигает. А вот есть такой, он там и политолог, и что только, ну это как бы общественный деятель. И вот московский комсомолец за, сейчас скажу, какое, значит, за 2 сентября этого года. Большая там в комсомольце вот эта статья как раз, где главный там герой, так называемый там эксперт, что ли, да, ни дня не служивший в армии, конечно, не державший в руках не то, что ядерную бомбу. Он настойчиво и в своих роликах, и вот этой статье продвигает, что нужно значит, сейчас применять ядерное оружие, повышать, вот я даже процитирую, действующая ядерная доктрина давно устарела. Это он великий, я его давно знаю, этого нехорошего человека. Давно ядерная доктрина давно устарела. Была продуктом нашего состояния там с 1980-х годов. Вот. Ею... Игорь Григорьевич, ну вы как считаете, они реально собираются использовать ядерное оружие? По крайней мере, ты понимаешь, вот я... анализирую то, что происходит. Давай отмотаем вот до 22 года назад. Тоже вот это сначала шло, что вот сначала запускается как вид оружия информационно-психологическая операция. Вот информационная война, она состоит, любая война, это ну, система операций. И вот запускалось вот это, что вот нас там каждый день, значит, Луганск, Донбасс, мы не признали его, предали, по сути дела, наши элиты, предали, а потом начинаем нагнетать. И вот здесь вопрос у меня, а мы не признали ошибочно или сознательно, чтобы довести вот к такому состоянию? И каждый день Соловьев там, Скобеева вот там, значит, все... сталкивали, доводили сознание, или, скорее всего, наверное, подсознание и украинцев, и нас, там, россиян, до состояния готовности стрелять друг друга. Вот он. Посмотрите, Соловьев там, да ну и все, по сути, СМИ, вот украинцы, ну такие там, значит, все до единого бендеровцы, нацики там и так далее, вот подводили. На Украине здесь Соловьев, там Гордон. Одной, по-моему, хабадской секты. Боюсь ошибиться, но мне кажется так. Там Шаранский прилетает из Израиля к Гордону. Здесь Кедми не вылазит. И все только вот все. И потом и рисовали, значит, картины. Здесь у нас, да что там, за 3 дня пройдем. Да нет, надо 2 месяца. Каких 2 месяца? Послушать Якова Кедми. И начинают спорить люди, вот не служившие там ни в советской, ни в российской армии, да. Ну, Кедми там в израильских спецслужбах служит. И начинает вот Кедми. Его надо начинать с Одессы. Там единственная угроза, что вот одесситы морских пехотинцев задушат в объятиях радости. Ну, и такие, как Короченко, там вот эти не вылазили, там начинают спорить, там 2 недели, другой там выходит, значит, тоже, какие 2 недели, 3 выстрела, и все разбегутся. И на совете, вот нашем, на нашем офицерском
Совете офицерского собрания тоже вот эти, вот сегодня они все там герои, ну, правда, кто-то сидят, а тогда, значит, нас там и в трусости, кто вот против, кто давал вот эти последствия, вот там устарели там, значит, ну, тот же Гиркин этот, в отношении тех, кто противился, вот нельзя начинать. Показывали там специалисты, что там оборона мощная, 400 тысяч только там территориальная оборона и так далее, все, нельзя лезть на этом, на фронте в 1000 километров, там, 120. То есть вот все это вот готовилось, и посмотрите, как Путин организовал вот это принятие решения, да, публично, в прямом эфире, вот собрал так называемых членов Совета Безопасности, ни одного служившего в звании даже сержанта в армии не было там. Но это, кстати, всеобщая тенденция нашего государства, вот сейчас обсуждаемая тема, зампред Комитета Госдумы по образованию, куратор проекта «Новая школа от Единой России», забыл ее фамилию, депутатка, я в Телеграме про нее писал и в ролике рассказывал, она рассказывает о том, как должна быть устроена школа, что камеры должны автоматически с искусственным интеллектом следить, как себя ведет учитель, как себя ведут дети. Постоянный контроль через видеонаблюдение и автоматически, даже не люди будут это определять, это компьютер будет определять, кто хороший, кто плохой. Она не работала в школе, у нее нет детей, она не жената, 39 лет. Ну, полный букет, понимаете? Полный букет. Она политолог и экономист. Ну, у нас везде вот именно такие. Ну, я, например, вот буквально вчера, сейчас, если сразу найду, да. Вот, что только у нас, вот я говорю, международник, у меня там более там 60 государств, которые я с рабочими визитами, не туристом, посещал, и всегда вот изучаешь первое, вот я готовлюсь там со своими коллегами, вот, и изучаешь состояние вооруженных сил, там, кто министр, как там, все это обязательно историю и настоящие и так далее. Вот. И вот я такого указа, например, такого нормативного акта ни в одной стране не встречал. Вот смотрите, да, это указ президента номер-то, номер, так, федеральный закон, точнее, да, номер 419 от 14 ноября 2022 года. О том, ну я вот процитирую, значит, что президенту дано право назначать граждан Российской Федерации, не являющихся военнослужащими, на высшие военные должности, да, на которых штатом предусмотрено воинские звания высших офицеров, то есть генералов-адмиралов. Вот. Да. Ну, то есть официально не служившие могут быть кем угодно. Вот именно под это подогнали, потому что и при Сердюкове вот это шло, значит, что женщина, которая вообще погоны не видела нигде, на генерал-полковничьей должности и так далее. Вот генерал-полковник Власов тогда застрелился. Хороший человек, зря он это сделал, конечно. Но он после того, как на генерал-полковничьей должности вот в сфере строительства, расквартирования войск и военного строительства, назначил он там женщину, или точнее, можно назвать, наверное, девкой ее, и понятно, что работать невозможно, он пришел, застрелился, заместитель министра обороны. Вот, да, вот такие вещи. И вот сейчас Путин узаконил это, да. И поэтому
Вот у Сердюкова было, значит, 10 заместителей и только 2 профессиональных военных. Там начальник штаба и начальник тыла, которого сейчас арестовали. А так все в военном ведомстве, все заместители, ну, подавляющее число заместители, а, естественно, и вниз идут непрофессионалы. И так во всех сферах, я смею вот этом специалистов, в том числе Василия Александровича, кто в Министерстве сельского хозяйства является профессионалом. И так практически во всех сферах. Вот. И все это, еще раз вот подчеркиваю, что все это по плану и по графику. А дальше, Павел, вот я хочу нас уже... Леонид Григорьевич, вот тут вот некий парадокс. То, что мы обсуждали в первой части ролика, это отсутствие плана, это какие-то сиюминутные, ситуативные попытки как-то быстренько отреагировать, отбиться. Вот что там произошло? Падает цена на нефть. Давайте больше. Ой, не хотят. Ой, куда нам? Чего? Отсутствует план, отсутствует стратегия, отсутствует... Можно спорить, хороший план или плохой, но когда плана нет, это же откровенное безумие, это и производит самое странное впечатление. А теперь вы говорите, наоборот, по плану все. Да. Вот меня не убедят, и я сейчас вот в конце обязательно дай там пару минут, я прочту одного выдающегося нашего мыслителя. Да. А вот смотри... Ну, есть такой термин, Сенеке его приписывает. Нет попутного ветра кораблю, который не знает своего курса. Вот это главное в этом плане и графике, вот, разрушительное. То, что сделал Горбачев с Яковлевым, Шеварнадзе, там, они подготовили условия для развала. Вот. И вот здесь... Я в первую очередь упрек бросаю средства массовой информации, к которой вот и ты себя относишь. Вот проводится первая операция информационно-психологическая, где нужно посеять сомнения в отношении правильности курса и так далее, и четко проводить. И вот этот здесь антисоветизм стал... главное, казалось бы, благо, выявлять там недостатки, показывать ущербность там, обвинять Сталина, сталинизм и так далее во всем. Что за 20 лет Сталин и его соратники, подвижники вот эти, вытащили страну из древности, где 84, это мне министр обороны Уильям Перри говорил, на вопрос... Я говорю, чего вы нас боитесь? Мы уже не Советский Союз. Мы уже разоружаемся, там, демилитаризируемся, а вы там НАТО движете, там эти высокоточные отрабатывают, глубоко проникающие там ядерные боезаряды и так далее. Зачем вы это делаете? А он, доктор Перри, он так примерно ответил. Я, не считая себя там лучшим специалистом по Советской России, я просто всю научную деятельность вот посвятил этому. И у меня, говорит, есть черные дыры. Ну, какая у тебя дыра? А вот вы совершили то, что не делал ни один народ в мире. Вот. Мы так напряглись, так и что? 1921 год. Ваша страна мертва. Ну, мы там где-то, у вас железные дороги стоят, фабрики, заводы стоят, значит, все. И плюс вы уничтожили или изгнали свой интеллект из страны. Вы мертвы вот в этом плане. А через 20 лет вы оказались единственным. Да, и подчеркивает, что у вас 84%, это его слова, 84% совершенно безграмотных людей были. И говорит, через 20 лет вы оказались единственной страной, способной вот остановить и дальше, значит, разгромить германский фашизм. Вот. И этого, говорит, не делал ни один народ в мире. Поэтому мы опасаемся, что вы можете вот так спорхнуть где-то, взлететь и так далее. И для меня это, честно говоря, было
радостный, я по сей день вот где-то верю. Вот сегодня прослушал пророчицу там из Италии тоже вот говорит, что мы как птица Феникс, значит, возродимся. Дай-то Бог. Вот. Но вот противная сторона, она вот это учитывает. И почему я поднимаю вопрос вот о ядерной вот этой составляющей. Вот. А Путин любит прикрываться. Я еще раз вернусь вот к тому совбезу, где он таким образом, значит, публично на весь мир. Вот. Он как бы всегда ищет себе оправдание. Да. А что я мог делать? Вы видели, все члены Совета Безопасности проголосовали. Он не будет говорить, что за СВО, значит, проголосовали, а проголосовали за признание, трансформируются средств массовой информации, там подрабатывают и так далее. То есть вот разоружить человека психологически, посеять сомнения, убедить в правильности, ну зачем вот эти в такой ситуации такие грандиозные инаугурационные эти мероприятия проводились. Зачем они нужны? А вот поднять невзрачного человека до небес и так далее. Вот. И поэтому, Горбачеву дали Нобелевскую премию, значит, Ельцина там, значит, международно как бы признали этого пинчугу. Ну, наверное, кому-то еще хочется что-то, да. А я вот в завершении, нет-нет, вопросы есть, давай еще. Но я вот хочу зачитать, не называю ни время, ни автора, назову потом. Вот давайте вслушаемся. Но давай застрахуемся, это не про Путина. Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего 30-летнего царствования, находясь в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Еще раз говорю, не про Путина. Это можно было сказать и про Николая II. Много про кого, да? Да, ну та же японская, русско-японская война, бездарно проигранная там, потому что относились так, что да кто там эти япошки какие-то там полутораметровые, там что с ними, да. Потерпели поражение. Но это говорил Федор Иванович Тютчев наш в отношении Николая I, Николай Палкин тогда, так его звали в народе, и в отношении проигранной русско-турецкой войны. Вот мы так пошли, шапки закидаем там, вот получили. Но это можно говорить и о других наших. Только, может быть, здесь не из-за тупости, а из-за некоторого предательства, вот мы таким же образом бездарно примерно вот так же ведем себя. И в заключение, вот мы ищем друзей. Ну вот я говорю, у нас 8 есть, там Вануапу во главе стоит, там Эритрея, на карте их трудно найти, но они наши союзники. И я вот смотрю, опять же, сегодня, вот МИДом мы занимаемся. Вот. Руководит внешней политикой у нас президент. Да. Ну, он всем руководит, в принципе. Ну, вот из всех вот этих ведомств, которые входят министерств ведомств в состав правительства, окончательное решение за ним, конечно. За ним, но 19 из этих министерств, включают все силовые министерства там, еще там по военно-техническому там сотрудничеству, вот, и что-то там даже из средств массовой информации, 19 не подчиняются председателю правительства, а непосредственно президенту. И трудно понять, вот,
Да, кто управляет? Вот в армии мы вот там, ну вот разбираемся, что Путин руководит Министерством обороны и является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Министерство обороны – орган руководства вооруженными силами. Генеральный штаб – центральный орган руководства вооруженными силами. Вот разберись, кто вот отвечает за курс. Кто, читаешь, вроде вот президент. А дальше, где Министерство обороны отвечает, где Генштаб, вот эти полномочия не разделены, честно говоря. И вот то, что получаем. Так что вот. И еще в отношении друзей. Ну вот мы Китай там пытаемся в союзники. Я работал плотно вот на китайском направлении, возглавляя международное военное сотрудничество. И вы знаете, китайцы не идут ни на какие соглашения, где они несут обязательства там защищать, помогать и так далее. Мы там по противоракетной обороне было чуть-чуть, значит, продвинулись, что совместная вот, ну, там, восточная зона ПО совместно с ними делать. А потом наверху сказали, нет, вы нам продайте, дайте там в лизинг, там лицензии на производство этой техники, а вместе мы не будем воевать. Мы же лезем сегодня и подпишем. Ну вот с Северной Кореей подписали, значит, если на вас нападут, мы поможем. На нас напали, значит, вы помогаете нам. С Вьетнамом, точно такие же. Но вот здесь никто не сообразил, что мы вообще-то влазим в зону влияния, в зону ответственности Китайской Народной Республики. А мы с ними не посоветовались. И видим сейчас вот этот Восточный форум, где Восток очень слабо присутствовал. Китайский лидер уже не приезжает к нам. Мы видим, что китайцы, никакие они не союзники. Они, пользуясь ситуацией, как и положено каждому национальному государству, защищать свои интересы. И плюс... Главным противником, вот давайте там идеологическим, геополитическим, кто является, вот как система для коммунистического Китая, закладывающего, он еще закладывает основы для социализма. Да, кто является? Капитализм. Мир капитала. И они об этом открыто говорят. А мы, ну, добавку там, дикий, бандитский у нас капитал, этот рынок и так далее. Вот. То есть не будет никто вот сейчас, особенно в условиях санкций, и работать на Россию. Да, отдадут там песню, может быть, русскую споют, как вот мои земляки Киргизии и так далее. Но... А вы из Киргизии? Так точно. Я сосун Кыргызстан. Да, так вот сейчас самый преданный... Надо будет об этом поговорить. Да, самый преданный... Нам вот Кыргызстан был и в эпоху развала, и все. Вот сейчас уже вот, ну, две вещи. Первое, значит, не дает им рассчитываться, банки уже не будут финансировать. А второе, мы через этот небольшой Кыргызстан там получали огромные поставки из Китая. Да, ну, проплачивали... Оплачивают китайские там банки, все рассчитывают якобы для себя. А прямо из Китая шли в Россию. Сегодня вот это запретили. Китайцы говорят, нет, мы привезем вам там в город Ош, например, или в город Бишкек, да, а вы дальше ведите. Киргизские банки тоже отказались обслуживать вот эти процессы. Да, это самые преданные... Друзья показали себя по всем географическим направлениям, да. Ну, понимаешь, ну вот Кыргызстан небольшой, но такую делал эту, вот, значит, пользу, услугу России вот в обходе санкций. Их прижали, вот, и, естественно, они не сразу это решение приняли, но от безвыходности своего положения. И так сегодня поступают все. Ну, посмотрите Эрдоган, его последние вот эти указы и так далее.
Вот. Ну, как говорится, слабеющего тигра пытаются укусить все. Да. Вот мы в таком сегодня положении. Да. Я не влажу в другие сферы, но вот внешняя политика, вот, и особенно потрясание вот этой ядерной дубинкой, оно смертельно опасно для нас. Потому что вот я, ну, такие как Караганов там, они не заглядывают, что у американцев там, да, в этом плане. Они вот хочется ему, кто-то ему там, наверное, поощрил как-то его там и так далее. И вот они орут на всех этих самых. А я еще раз говорю, опасность, потому что вот Путин, он пользуется тем, что вот народ там, значит, что-то вроде народ там, а народ там, ну, наиболее активный, наиболее нагловатый, они вот это продавливают, и вот он вроде, а что я могу сделать, народ просил. Да. Но ведь американцы, вот мы внимательно следили, я уже был уволен к тому времени, конечно, да, а вот из вооруженных сил, но продолжали следить. 18 января 2003 года в Минобороны, вот в том уже, там Сердюков, по-моему, тогда уже рулил, а, Иванов еще, да. А, значит, тоже ни дня не служивший, да, принимается Буш-младший, отдает директиву о концепции быстрого глобального удара, где кардинально меняется ядерная стратегия Соединенных Штатов. Вот. Которые, значит, они как бы сокращают стратегические ядерные силы, в том числе две подводные лодки типа «Огайо», а потом еще две, выводятся, на которых стояло по 24 баллистических подвод этих баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, они их выводят и переоборудуют под 158 крылатых ракет на каждый. То есть суть концепции быстрого глобального удара. Вот. Что в случае вот создания угрозы стратегического ядерного нападения на территорию США, а это только Россия и Китай могут, значит, Соединенные Штаты не будут наносить упреждающий ядерный удар, а нанесут быстрый глобальный удар безъядерными высокоточными средствами по по ракетным там шахтным установкам, подвижным грунтовым вот этим нашим стратегическим ракетным комплексам, по подводным лодкам там стоящим, а у нас больше двух лодок на дежурстве в подводном положении, не выходят, нет у нас возможностей таких. Вот. И они наносят 4- на тот момент, 2003 год, январь 2003, 4-6 тысяч высокоточных там, разноплановых там, ну, сверхскоростных там, любых и так далее, средств по пунктам принятия решений, ну, по командным пунктам, по важнейшим там объектам инфраструктуры, а в первую очередь по ядерным нашим средствам, да. И вот, да, чтобы уничтожить их и пункты управления, пункты принятия решения, в том числе пункты управления стратегическими ядерными силами, да. А для того, что если что-то останется и будет принято решение, значит, оставшимся ракетно-ядерным потенциалом нанести удар, они создают вот на нашем направлениях ракетоопасных для США, создают вот эту систему национальной, как они говорят, а это систему глобальной ПРО. И вот начиная с Японии стоят, по всему периметру и так далее. Вот у них главный стратегический удар. И наносят они не в порядке, значит, ответа на наш упреждающий удар, а наносят, когда разведка четко, ну, там три источника у них должно быть, когда разведка докладывает, что мы уже, значит,
приняли решение нанести этот удар в какой-то момент. Или же мы начинаем применение, я это домысливаю, что если мы применяем тактическое ядерное оружие, вот, а американцы очень заинтересованы, определенные круги, в том числе и властные, чтобы именно в Европе было применено ядерное оружие. Это развяжет руки там и Израилю. Ну и опять же, больше народа свалит из Европы в Америку, а они старательно переманивают да, всех. Да. Вот такая ситуация складывается, к сожалению, вот вокруг нашей страны и внутри нашей страны. Спасибо вам за ваше видение, дорогой Леонид Григорьевич. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментарии под роликом в описании мы оставим ссылки на поддержку Леонида Григорьевича Ивашова. Леонид Григорьевич, спасибо за то, что вы нам рассказали. Берегите себя, всего доброго. Одну фразу. И только меньше вот этих хвалебных там и даже ругательных где-то, а предложение, вот как выходить из этой крайне опасной какие ситуации. Какие мысли, друзья? Мысли, да. Интеллект. Договорились, с Богом.